Здравствуйте, уважаемые гости. Кайденко Надежда и тибетская принимающая компания «Новый путь». Приветствуем вас. Я хочу сказать несколько слов о ближайшем закрытии Тибета в июне 2016 года, потому что после того, как мы дали эту новость, уже достаточно много противоречивой информации, не все дочитывают сообщения до конца. Поэтому нам уже пишут о том, что Тибет закрывается с июня, Тибет будет закрыт весь июнь, что же делать. Друзья, только 6 дней, с 18 по 23 июня включительно. Только эти 6 дней, конечно же, обидно, что они попали у нас на полнолуние, поэтому все группы на Кайлас, которые собирались на июньское полнолуние, уже перенесли свои заезды. Все остальные даты не затрагиваются. Если вы планируете для себя поездку в июне, просто делайте выезд из Тибета до 17 июня, либо въезд после 24 июня включительно. И тогда это временное короткое закрытие вас никак не затронет. Следите за нашими новостями, будем держать вас в курсе событий. До встречи в Тибете!